Всем огромный привет! Очень рад быть снова с вами. И сегодня, как всегда, хочу поделиться своими пустыми баночками за апрель месяц. Кому интересное видео, приятного вам просмотра. И давайте приступим, покажу, что же все-таки у меня закончилось в том месяце. Первое, что хочу показать, и закончился у меня от Faberlic. Это идет у нас дом Faberlic. Вот, думаю, уже все мы знакомые концентрированные средства для мытья посуды. Вот, и с древесным углем. Очень, конечно, классный продукт. Я от него остался в восторге. Очень приятный, ненавязчивый аромат. Если видно, да, что сама бутылка, она идет прозрачная. Ну, сама жидкость, она идет такого вот именно... Я не могу сказать, что он черный цвет. Более такой вот именно темно-серый цвет идет этой жидкости. И, как всегда, очень хорошо, достаточно немножко нанести на мочалку и очень хорошо вымывает до скрипи, до блеска посуду. И хорошо моет как в холодной, так и в горячей воде. Так что, действительно, очень достойный продукт. Я использую, не развожу. Когда у меня уже его где-то вот сколько, тогда я уже развожу с водой. И потом дальше я его использую. Так что, 500 мл. Продукт достойный, хороший. Так что, будут хорошие цены на этот продукт, то обязательно себе буду его приобретать. Потому что, ну, крутой. Понравился. Также у меня закончилось. Это от Unice Multibrand. Это... Ой, как уже давно были они в продажах. Это жидкое мыло для рук. Вот, изготовитель у нас Польша. Вот, это лимитированная серия, новогодняя. Ну, наверное, сколько ему уже лет? Ну, у меня он в запасах очень долго был, потому что, наверное, прошло 2 года, как он был именно в лимитированной серии. Так что все отлично, сроки годности отличные, ничего не пропало. Здесь 650 мл, и здесь с ароматом ванили и алоэ вера. Так что очень вкусный, приятный и такой вот прям сладковато-ванильный и свеженький, ненавязчивый аромат. Вообще просто бомбезный. Очень понравилось это жидкое мыло, так что супер. И сам по себе он такого вот идет молочного желтого цвета. Вот, и банка такая массивная, и то, что мне очень нравится, здесь очень хороший, удобный дозатор. Так что классный продукт. Жалко, что их нету в продажах. Потому что я же говорю, кто любит именно продукты, и не имеет значения, по уходу за собой или по уходу за домом, если действительно очень вкусные ароматы, то сама по себе рука тянется, чтобы еще раз приобрести. Так что классный продукт. И то, что мне еще плюс нравится, что хорошо очищает руки. И главное, руки не сушит. Не хочется бежать бегом и мазать руки кремом. Так что достойный продукт. Также, конечно же, закончился у меня продукт. Думаю, всеми уже известный. Я вам показывала этот продукт. И в моем уходе он был. Это также от Unice Multibrand каротин и органовое масло. Это шампунь для волос, серия Visage. И изготовитель, честно, я уже не помню, кто изготовитель. К сожалению, я вам не скажу, бо не помню. В нем 250 миллилитров, так, извините, ну, понятное дело, что где-то что-то пролилось. Вот, 250 миллилитров, он для поврежденных волос и от ломких волос. И действительно, он очень хорошо очищает волосы. И также хороший придает объем, быстро волос не пачкается, вот, не появляется никакая перхоть, и волосы шелковистые, даже можно спокойно после этого шампуня не наносить ни кондиционер для волос, ни масок для волос, очень хорошо прочувствуется, так что достойный продукт, очень приятный, вкусный аромат органы, так что классный, так что мне очень нравится. И сам по себе такая вот крышечка. Вот, и сам по себе вот такого вот идет молочного цвета. Вот белый. Прям бульбашки, бульбашки. Так что классный. Вот, мне понравился, что хочу сказать. Вообще бомба.
Так, следующее. Также у меня закончилось, если вы помните, когда-то мне из Португалии Яночка, подружка, мне присылала. Это Пантин Про Ви. Это идет у нас пенка, мусс, кондиционер для волос. Действительно, очень достойный продукт. Сразу вот такой вот идет дозатор. При использовании мы его хорошо взбалтываем и потом наносим. Он получается как пена. Ну, как мусс для укладки, да, можно сказать. Вот, но это именно кондиционер для волос. После мытья головы, если вы, ну, по правилам, нужно мыть голову шампунем два раза. Я всегда мою два раза. Не один раз, не три раза, а именно два раза, когда я помыл, сполоснул, да, что уже просто чистые, вымытые после шампуня волосы. Потом наносим этот продукт, опять же, в виде пены и распределяем по длине в волосах. Когда мы это все распределили, я всегда держу немножко там хотя бы 2-3, ну, до 5 минут я подержу его. Вот, и потом я его смываю. Так что тоже очень хороший эффект после него. Тоже волосы быстро не пачкаются. И действительно, волосы такие вот прям бархатные, придают естественный цвет волосам. Так что достойный продукт. И здесь 180 миллилитров в нем. Ну, классный вообще. И очень приятно пахнет. Так что спасибо огромнейшее Яночке, что дала попробовать такой вот продукт. Потому что это действительно настоящий. Потому что это и было именно действительно изготовлено в определенном заводе, где его выготавливают. Это именно не покупалось в магазине, а именно из завода сразу и доставалось. Вот, так, следующее. Также у меня закончилось от Avon. Это, конечно же, лимитированная серия пена для ванн. И, конечно же, это у нас идет клюква из апельсином. Думаю, все мы знакомы, такой вот именно пена для ванн 250 миллилитров. И сам по себе вот такой вот идет прозрачный, да, и такой вот прям оранжевый. Очень вкусный, зимний, такой вот прям новогодний аромат. Обожаю такие вот ароматы, я просто от них в восторге. Только что вот мне вот в таких упаковках пены не нравятся, потому что этой упаковки хватает всего лишь на два раза. Почему на два раза? Потому что если мы будем наносить по чуть-чуть, пены очень-очень мало. Из-за этого, если мы половину выливаем в ванну, тогда будет хорошая пена и долго будет держаться. Так что из-за этого у меня получилось этой пены всего лишь на два раза. Вот, так что не люблю я такие вот и пены, но когда есть очень хорошая цена, то ради аромата вот я и приобретаю их. А так больше всего, конечно же, приобретаю пены для ванн в Эйвоне именно в больших объемах. Это по 500 миллилитров или по литру. Я думаю, все мы вы знакомы. Там достаточно немного, чтобы была целая ванна пены, и она будет долго держаться. Но здесь совсем какой-то другой состав, и он так не держит, как обычная эйвонская пена. Вот, так что я же говорю, вот это что очень большой расход идет этой пены. Ну, ради аромата вот бываешь и берешь. Так, следующее, что у меня закончилось, это идет у нас лак для волос. Это серия Сьюз. Здесь идет у нас и пятерка, именно сильная фиксация. Что хочу сказать, я вообще не люблю продукцию Сьюз, но в этот раз я как-то вот решил приобрести вот такой вот лак. И как раз это вот новинка была. Вот, и очень, кстати, неплохой лак. Мне он, кстати, понравился. Очень приятный, ненавязчивый аромат. И то, что еще очень нравится, что очень хорошо держит долго укладку. Но опять, все зависит от нанесения лака. Если вы сблизи используете, конечно же, волос будет склеивать. Или даже, когда нанесли, вы трогаете руками, понятно, что волос опять же будет склеивать. Так что, чтобы не склеивался волос, сделали укладку на расстоянии, распределили лак и руками не трогать. Тогда будет все эффектно и хорошо, и нигде не будет склеивающих волос. И также после этого лака нету никаких белых частичек. Так что хороший лак, неплохой. Здесь 400 миллилитров именно в этом лаке. Вот. Так, наверное, немножко я так заеду, да, чтобы было как-то все более-менее видно. Вот, даже вот так. Так, следующее.
Также закончилась у меня, это только в начале месяца закончилась, это идет вот такой вот продукт, это новая формула с жидким каротином, это серия Schwarzkopf Gliss-Kur, да, думаю, всем знакомый, это восстановление волос с комплексом жидких жидких каротинов, жидкий шелк, эксперт кондиционер. Я думаю, все вы прекрасно знаете, что я всегда говорю, что жидкий шелк всегда очень хорошо использовать как для тонких волос, потому что жидкий шелк, он тонкие волосы более делает их плотными. Вот, и не кажутся они какими-то вот сумпельками, да, и после него действительно очень хорошо становится какой-то вот объем, и действительно такое ощущение, что на голове у тебя очень много волос. Очень приятный, ненавязчивый аромат. Вот, и быстро волосы не пачкает, придает шелковистость и естественный цвет на волосах. Так что после также можно использовать и на влажные волосы после мытья головы. Вот, и спокойно можно сушить феном. И, кстати, после него феном не пересушиваем волос. Так что классная штука, очень нравится, всем советую. Классный. Хоть у меня, конечно же, короткий волос, но бывает хочется свои тонкие волосы все-таки бывает побаловать. Хоть и ничего страшного, что у меня короткий волос. И также здесь у нас сколько миллилитров? Если бы еще было бы где-то 200 миллилитров. 200 миллилитров, но хватает его надолго. Ну, особенно на мою длину, то тем более хватает надолго. И также при использовании хорошо мы это все сбалтываем и потом наносим. Так что вот так. Ну, вот так, где-то так, чтобы было видно, поставлю сюда. Так, следующее. Также у меня закончилось от Faberlic. Думаю, всем известный гель для душа. Это Beauty Cafe, да, именно французский десерт. Что хочу сказать, что даже, видите, тут прям вода была, вот, зато он такой жидкий, а так он именно густой, и такого вот прям приятного молочного розового цвета. И здесь такой вот именно приятный аромат. Я не могу сказать, что прям такой вот прям вкусный-вкусный, что хочется съесть, нет. Вот, он такой специфический аромат, но он и этот аромат не такой прям отвратительный. Он такой приятный, можно сказать, что он даже чем-то вот не навязчивый, да. Даже при открытии в душе, когда используешь, да, просто такой какой-то вот кремовый сладковатый аромат получается. Ну и то, что еще долго он и не держит на теле аромат. Ну, с одной стороны, это очень хорошо, потому что я не могу сказать, что он прям такой вот аромат вау-вау-вау. Такой приятненький, сладенький, кремовый какой-то, как по мне, аромат. И также, что мне очень нравится, что именно действительно хорошо пенится, хорошо очищает. И главное, что кожу совсем не сушит. Так что нормальный. Вот, использование пойдет самый-самый раз. Так, следующее. Также у меня закончилась шампунь. Это шампунь от Unice Multibrand. Думаю, всем мы знакомые шампуни. Если вы помните, я часто приобретал наборы, которые были по хорошей цене. Это Green Splash. Это идет у нас обновление и увлажнение с экстрактом ромашки, с экстрактом алоэ, 300 мл. Помните, я говорил, что жидкое мыло для рук именно с этой серии мне очень-очень понравилось. Сам шампунь мне совсем не понравился. Да, очень приятный аромат, спору нет. Сама по себе она идет и гелевая консистенция, и бесцветная, он идет прозрачный. Вот, но мне не понравилось при уходе на волосах. Во-первых, что волосы становятся как мочалка. И обязательно после него нужно наносить или кондиционер, или маску. Потому что без таких продуктов вы просто-напросто не расчешете волосы. А если у вас еще длинные, то тем более. Если у меня короткие, то получается такое ощущение, что у меня целая копна какая-то на голове, и прочесать нереально, если так. Потому что я люблю шампуни, которые наоборот, не имеет значения. Бывает, вот, когда спешишь, и нет времени на маску или на кондиционер. Хочется бегом помыть голову шампунем, бегом высушить, и на этом все. Вот те шампуни мне больше нравятся, чем вот именно такие. Еще плюс то, что мне не нравится, что он не придает объем,
особенно у меня тонкий волос, хотелось бы все-таки, чтобы придавал какой-то вот объем, но такого вот какого-то нет. Может, из-за того, что не придает объем, потому что здесь шампунь идет именно и питательный. Ну, питательный, то он, и, конечно же, ну, по сути, он не должен, конечно, делать конкретный объем. А еще, особенно на тонких волос, это что-то с чем-то. И питательные шампуни желательно, конечно же, использовать, если у вас именно такие вот прям пересушенные волосы, которые действительно требуют питания. У меня, слава богу, не пересушенные волосы. Ну, хотелось мне вот попробовать, понимаете? Вот, ну, это не мое пальто, потому что после него еще плюс очень быстро пачкались волосы. Но опять же, почему пачкались волосы? Из-за того, что мне придавало питание, а то, что у меня и так достаточно, наверное, потому что мне не надо было просто питание, то оно, наоборот, еще быстрее жирнел мой волос и быстро вот за это и пачкался. Так что я от шампуня остался не в восторге, так что лично для себя такие шампуни я приобретать точно не буду. Это не мое. Также еще один шампунь у меня закончился. Ну, это так у меня просто что насобиралось, как говорится, этих баночек. О, также закончился от Доктор Туны. Это от Фармаси, изготовитель Турция. Это с витамином В5 и с экстрактом чеснока. Вот, это маленькая версия шампуня, в нем находится 225 мл, очень достойная шампунь. Я всем всегда рекламирую, всем всегда советую, потому что действительно не имеет значения, какой у вас волос. Я как всегда говорю, что он спокойно подходит под любой тип волос. И действительно, волосы просто после него шикарные, шелковистые, придают объем, блеск на волосах. И главное, что быстро волос не пачкается. И также можно спокойно использовать без маски и кондиционера. Так что и очень приятный аромат. Кто думает, что если есть экстрактом чеснока, значит будет пахнуть чесноком. Ничего подобного. Эти продукты, они не пахнут чесноком, очень вкусно, приятно пахнут. Так что шампунь действительно достойный. А кто еще не пробовал этот шампунь, попробуйте, я думаю, вы не пожалеете, потому что действительно достойный. Также у меня еще закончился от Avon, и я думаю, уже все мы знакомы, это Foodworks, и это средство для ваночек, да, это красивые ножки, и так, идет шоколадно-гранатовый десерт, 100 мл. Очень, конечно же, вкусный, приятный аромат, и плюс и цвет идет такого вот именно розоватого, такого вот красноватого, розоватого цвета, жалко, видно не будет, но тут просто уже нету. Очень вкусно, конечно же, пахнет. Вообще, просто бомба. И вообще, я люблю такие вот штучки. Я редко такое приобретаю. Но вот мне вот захотелось немножко себя побаловать, потому что у меня было в запасах. Вот. Я даже не знал, что он у меня есть. Так что, классный продукт. Ну, вообще, такие штучки люблю. Хотя, редко такими вещами пользуюсь. Не знаю, почему. Но как-то вот я больше такими вещами пользуюсь, когда я вот я слишком устаю. Ну, не так, как я, а как мои ноги очень устают. То за это вот бывает, что хочется именно использовать именно такие средства для распаривания ног. Еще раз повторюсь, 100 мл такой упаковки. Так, следующее у меня закончилось. Это также идет от Unice Multibread Petite Maison. Вот такая вот продукция. Ну, думаю, всеми знакомые. Серия идет под пинап. И здесь 100 мл этого пилинга. Что хочу сказать. Сам по себе очень вкусный, приятный, сладковатый такой вот аромат, потому что здесь идет розовое помело. От почти всей серии в этой идет розовое помело. Что хочу сказать, я как-то вот не сдружился именно вот с этим продуктом. Почему? Потому что я не знаю, но здесь если вот, ну, пилинг, я думаю, сразу вы понимаете, что здесь нету никаких скрабинок, ничего такого нет. Он идет такой просто гелевый. И когда мы его, допустим, наносим на лицо, потом тут нужно подержать 2 минутки, и потом его распределять, уже массировать уже лицо, чтобы именно делать пилинг. Что хочу сказать, я не могу сказать, что прям у меня после него лицо прям такое шикарное, что прям капец. Мне кажется, что когда мы делаем скатку, то больше всего мы не скатываем роговой слой кожи, именно вот эти сухие частички на коже, да, мы больше, наверное, все-таки, ну, именно больше всего, именно сам этот продукт сам скатывается, сам просто-напросто по себе и
И чтобы прям так сказать, что вау, у меня кожа прям как у младенца, и нигде ничего не хочется больше нанести, то такого нет. Все равно немножко такое ощущение неприятное, именно в том плане, что немного стягивает, и потому что очень так прям конкретно очищает, и хочется сразу нанести крем. Но как-то вот мне оно, ну не могу я, как-то вот я не осталась от него в восторге, и я не могу петь серенады по поводу этого средства. Попробовал, еле-еле добил, честно слово. Мне уже рука, честно, не тянулась к этому продукту. Так что себе больше точно такого продукта приобретать не буду. Ну, как-то вот не мое, ну не понравился он мне. Вот. Следующее. Также у меня закончилось, также, думаю, всем знакомый аромат от Avon. Это X-Series. Именно вот он идет как более как унисекс. Очень нравится мне этот аромат, потому что я люблю сладковатые фруктовые ароматы. И от этого аромата я в восторге, потому что он действительно такой вот прям сладковато-фруктовый аромат, и мне чем-то пахнет ежевикой. Вот, нюхаешь и наслаждаешься. Даже не скажешь, что он вроде более, да, из дешевых водичек, но он сам по себе классный. Здесь 50 мл именно в этой водичке. Так что очень классный, много о ней говорить не буду. Вот, ну, со всей серии мне этот аромат самый-самый лучше нравится. Также с аромата у меня закончилось. Это, думаю, всем известный персив мужской. Здесь 100 мл, конечно же, упаковка здесь шикарная, очень нравится, прям как бриллиант, вообще просто бомбезный. Также очень приятный аромат, его можно использовать как и днем, так и на вечер, не имеет значения. Но опять, я не могу сказать, что это мой самый любимый аромат, нет. Просто приятный, вот поиспользовал, да, его, вот и честно, вот у меня как-то вот желания уже нету, вот именно еще раз его приобрести. Как-то вот для меня он уже чисто уже приелся, может из-за того, что уже 100 мл здесь, и как-то вот немножко надоедает. Ну, сам по себе аромат очень хороший. Он такой какой-то вот именно и пряно-сладковатый, даже есть немножко и древесность, хотя я не люблю древесные ароматы, но здесь как-то вот он очень интересно открывается на мне и совсем не открывается типичным мужским ароматом. Так что более-менее нормальный, но чтобы я сказал бы вау, буду еще раз брать, как-то вот пока желания нет. Ну, опять же, это пока уже, наверное, он мне приелся. Но если мне захочется, может, когда-то еще раз, то обязательно его приобрету, без вопросов. И также еще один аромат мой закончился, я его использовал всю зиму, я просто от него в восторге, и у меня слов нет. Это женский аромат, это Mesmerize, я просто от него тащусь, 50 мл. Если помните, я приобретал и женский, и мужской. Мужской мне вообще не понравился, для меня типичный аромат. Вот, и понятное дело, что женский, ароматы, они одинаковые, как в мужском и женском по поводу, по составу, но... Мужской мне типичный, а женский прям вкусный, такой прям как унисекс. И вы знаете, вы были правы, я же хотел его продать. Мне много кто писал, что какая там разница, женский, не женский, кто там знает, чем ты побрызался. Главное, чтобы тебе нравилось. И вы знаете, вы были правы. Потому что кто ощущал у меня этот аромат, если спрашивали, боже, такой классный аромат, что это за аромат? Конечно же, я не признавалась, что это женский аромат, конечно же. И сказки на ночь я рассказывал, потому что, ну, понятное дело, как-то я не хотел бы, чтобы... Я говорю, что это аромат идет и унисекс, вот, и на этом все. Но аромат действительно очень крутой. Я же всю зиму я только использовал этот аромат. Просто бомбезный аромат и очень стойкий. Вот. И вы знаете, если где-то он будет еще, я обязательно еще себе его приобрету. Ну, вообще, просто бомбезный аромат. Я от него... Просто это моя просто-напросто находка, и я понял, что действительно, что никто даже не догадался, что это женский аромат. Потому что он действительно открывается на каждом теле, как всегда, по-разному, и он действительно ощущается как унисекс, совсем не конкретно женский. Так что вообще просто-напросто бомба. Также у меня закончился крем для рук от Pharmacy, думаю, все мы знакомы, это зимняя серия, но все равно я его использую и сейчас, в данный момент, такую серию, мне очень нравится, потому что действительно очень хорошо питает, так как у нас очень тяжелая вода и руки постоянно пересушены, вот, и действительно очень хорошо питает, и не надо через каждые 5 минут бегать мазать руки, действительно надолго. Даже когда ты руки моешь, все равно остается ощущение питательности на руках. Так что суперский крем, 75 мл. И что хочу сказать, что действительно очень пахнет
именно вот этим, как он идет, господи, я уже не помню, если будет видно, если есть перевод вообще-то, понимаете? Ну, вы поняли, с этим же орешками, короче, мигдальные, да, вот эти, или как они там называются. Очень вкусно так вот пахнет. Так что достойный крем, очень-очень нравится. Очень жалко, что это лимитированная была серия. Он только был один раз в каталоге, вот эти крема, и больше их в продажах нет. Я, чтобы была моя чуйка, чтобы я знала бы, то я бы, конечно же, еще бы приобрел бы несколько, потому что еще и как раз была очень хорошая на них цена. Но я теперь понимаю, почему их нет на складе, потому что это лимитированная серия, потому что видно, что нарисована снежинка, что это крема идут более для зимы, чем для, допустим, вот теплой погоды. Ну, мне и так подходит очень отлично и все нормально. Также у меня еще закончился, это именно Old Spice. Ну, как всегда, я люблю такие продукты, действительно очень достойные. Только этот раз он уже, я не буду открывать, потому что там где-то еще, чтобы где-то не просыпалось. Это идет не гелевый, это идет такой вот именно сухой такой вот именно кремовый дезодорант, да. О, также очень вкусно, приятно пахнет и также работает, как и гелевый Old Spice. Так что достойный продукт, 50 мл, очень люблю, очень нравится. Так что почему бы и нет, классный продукт. Также у меня закончился крем для эпиляции, депиляции, да. Вот это идет у нас Эвелин, я часто его показываю, потому что действительно очень классный продукт. Это ультранежный депилятор крем для подмышек, рук и области бикини с алоэ вера и протеином и шелка. Увлажняет, смягчает, придает коже бархатность. 3 в 1. Действительно очень классный продукт, вообще бомбезный. Действительно достаточно подержать. Я не помню сколько там, я всегда держу 10 минут. Хотя пишется, что здесь оставить на 5 минут. Ну, я бывает, если где-то мало волос, то я 5 минут. А если где-то больше, то я держу 10 минут. И очень быстренько это все можно убрать. И что еще плюс радость, что нету никакого раздражения. Нигде ничего не припекает. Так что вообще достойный продукт. Ну, конечно же, после депиляции еще наношу я масло на ромашковой основе. И тем более, конечно же, нету потом никаких высыпаний и раздражений. Так что классный продукт, всем его советую. И здесь у нас 125 мл. Так что Эвелин вот этот, ну, вообще достойный. Я просто, это для меня напросто находка. Так что действительно классный продукт, очень нравится. Также закончился, это идет у нас гель для лица, думаю, тоже всем знакомый, от Yves Rocher. Вот, на основе ромашки. И умывалка для лица действительно очень-очень суперская, очень классная. Я от нее действительно остался в восторге. Во-первых, очень хорошо очищает лицо. Также, что меня очень удивило, то, что хотя лицо доскрепило очищено, но не пересушивает, не стягивает, и после него совсем не хочется нанести какой-то крем. Так что очень классный продукт, то пользуется именно Yves Rocher, я думаю, вы не пожалеете. И здесь, если миллилитров, я не помню, сколько здесь миллилитров, 200 миллилитров, очень приятный, ненавязчивый аромат. Так что очень достойный продукт, всем его советую. Кто еще не пробовал, попробуйте. Вы останетесь в восторге, так что умывалка для лица просто-напросто бомбезная, суперская. Также у моей сестрички закончился крем для рук. Если вы помните, что она от него просто в восторге, от Avon Care, пчелиное маточное молочко, вот, и для ногтей кутикулы, вот, она просто от него в восторге, 100 мл, она, теперь сейчас очень проблематично, она не может подобрать себе какой-то крем для рук, потому что, к сожалению, в Avon этого уже крема нет в продажах. Так что очень, конечно же, большое расстройство. Но сам крем, она вот очень любит этот крем. И чтобы была бы знатья, я лучше бы ей взял бы еще несколько бы в запас. Но, к сожалению, я не знала, что он у нас больше не будет в продажах. Вот. И, как всегда, у меня закончился мой любимый от Faberlic антикрем акне. Вот Expert Pharma, да, 50 мл, но, как всегда, я его разрезаю пополам, вот, так что, потому что очень достойный, люблю, много о нем говорить не буду, потому что, ну, действительно, очень достойный продукт,
Я его очень-очень люблю. И также еще закончилась от этой же самой серии. Это такая же самая, только это идет у нас маска для лица. Ну, а также о ней говорить я долго не буду. Я делала на нее обзор. У меня есть этот ролик. И сразу понятное дело, если мне понравилось, то я бы ее бы не разрезал. Так что, вы видите, я все это разрезал. Вот, так что тут уже много говорить о ней не надо, да. Если бы не нравилось, даже бы не разрезывал бы пополам. Здесь идет 100 мл. Так что вообще серия вот эта для проблемной кожи Expert Pharma, это просто моя любимая серия. Как всегда я говорю, это опять же моя какая-то вот находка. И последнее, что хочу я вам показать, также у меня закончился, это вот Faberlic концентрированный стиральный порошок пробник 40 грамм для цветного белья. Очень люблю эти продукты, действительно очень достойные, очень хорошо отстирывают и вещи. Вот, и что мне очень действительно нравится, что действительно можно с разными цветами его стирать, и нигде ничего не линяет, нигде ничего не перепечатывается. Так что продукт действительно достойный, я просто от него в восторге, так что суперский продукт. Так что все, мои хорошие, вот такой был у меня обзор на мои пустые баночки за апрель месяц. Надеюсь, было интересное, что-то полезное. И как всегда, до новых встреч. Целую, люблю. Ваш Игорь. Пока-пока.